горох. Сегодня 10 июня. Горох, прямой посев. Сеялка Амити. Предшественник. Ячмень яровой. Здесь края немножко дисковались. То есть немножко не дисковались. А поле основное именно здесь как бы без подработки. Амити, конечно, сеялка так грубоватая, но преимущественно пожневные остатки оставляет на поверхности. То есть вот так она сеет. Два смежных витка. Сеялка неплохая для озимых, для бобовых. Терпимая сеялка, но тоже есть как бы свои моменты в плане влажной почвы. А там, где есть пожневные остатки, особенно в раннюю весну, всегда есть влага. Вот так горох выглядит. Это уже, наверное, здесь заканчивали в конце апреля, начале мая. Сев относительно так затянулся в связи с погодой, с дождями, которые были в апреле обычно в этой как бы климатической зоне, в Курской области. Дождей в этот период нету. Ну, как правило, нету. И посевная кампания проходит относительно спокойно. Но этот год он был другой. Так. Массив здесь где-то 600 гектар. Поле. Даже не массив, а это поле 600 гектар. И на этом поле горох. Уже, наверное, третий год здесь будет. Третий год прямой посев. То есть здесь была кукуруза, после кукурузы соя по прямому посеву. После сои ячмень и вот горох. Горох еще как... Понятно, что он еще слабенький. Фазы у него относительно молодая. Уже в это время, конечно, горох должен быть рослым, высоким, закрывать все. Но погода позволяет, есть влага, периодически выпадают дожди. Горох растет, развивается. Пока вот внешне не видно, чтобы он страдал. Всего ему хватает. То есть это хорошо. Погода пока на стороне ранних яровых, да и поздних яровых культур. То есть всем нравится этот год. По защите. Здесь был почвенный препарат и пентозон уже по вегетации. До 5 листьев.